Всем здорово, танкищики, подписчики! Да, я переместился на эту сторону, потому что контейнеров было бы не видно. Я вам желаю приятного просмотра, всего лучшего. У нас целый обалденный набор по 20 контейнеров. Это просто невероятно. Пишите комменты, что вам выпадало, если вы приобретали набор у моего друга. Ребята, он доверенный мой друг, и которому я просто доверяю, и реально знаю, что он не обманет. Мы вместе этим занимаемся, и он просто молодец. Ну как где вместе? Я просто рассказываю, что у него можно брать наборы, а вы покупаете. Так что обязательно, ребята, вот его ник в Телеграме, в личку. Пишите и приобретайте наборы, разные базовые принципы, там, продвинутые навыки. Все в этом роде. В общем, там много наборов. Ладно, а мы начинаем. Просто космос! Первый залагал. Неужели танк? С первого контейнера. Неужели? Да. Блин, я что-то думал танка, танка нету. Ладно, 500 золота. Если мне выпадет 100 тысяч золота, что капец, было бы круто. Нет, пока что 1000 золота падает, тоже приятно. Это все-таки просто космос. Так, то если выпадет 100 тысяч золота, я просто не знаю, что я сделаю. Так, 500 золота. Так, ладно, ребят, секундочку. Ой-ой-ой, сколько всего? 3000 золота. Как это у меня получается? Ребят, слава богу за все. Так, ладно, секундочку. Так, погнали. А, секундочку, надо ответить. Давайте откроем еще разочек. Просто срочное сообщение, ребятки. Ого, 1000 золота. Собери все. Неплохо. Хорошо. Так. Давай сюда. Так, давай. Вау. Мистический контейнер, 200 золота. Побольше бы мистиков, это реально круто на лесте. Да, сделали прикольную анимацию, но что с того? Ух ты, просто космос вернули. Компенсация за 10-е открытие. Хорошая компенсация. Если честно, ребят, целый контейнер просто космос лучше, чем просто 1000 золота. Как вам кажется, лучше или нет? Пишите комменты. Как по мне, лучше. Так, 7 дней према. Ладно. Будем надеяться на лучшие наградки, потому что уже лето закончилось, уже холодно. Шучу. Уже топим, все хорошо. Теплее. Ого, залагало. Что же будет? 1000 золота. Ребят, я думаю, это очень-очень круто. Так что вот так вот. Так, ладненько. Просто космос дает о себе знать. Ну, знаете, стабильные конты. А вот если... Нет, не будем говорить если. Если, это всегда сомнение. Вот все. Давайте просто. Мистики падает. Слава богу, да. Так, ладно. Ребят, кстати, если бы вы не знали, то еще раз напомню, что каждый раз, когда вы приобретаете наборы у этого моего друга, мне капает процент, и я вот собираю на телефончик, потому что свой хочу брату отдать, потому что у него там уже почти испортился. И, в общем-то, да, вот так вот. Чтобы у вас была какая-то мотивация дополнительно это делать. Потому что реально будет приятно, ребят. Будет приятно потихонечку насобирать на телефончик. Так, 7 дней према. Ну что, танкисты, неплохо тогда? 23 мистика, мамочки мои. Ладно, давайте попробуем. Собери их все. Ух ты, 2 сертификата по 28 тысяч свободки. 2 сертификата опять, чё за читы? Ладно, давайте откроем... Что бы такое открыть? Давайте мегаконты. А самое вкусненькое на потом, мистические конты. Интересно, с мегаконтов может мистики выпасть? Я просто не помню, ребят, просто не помню. Так, ладно. Давайте просто выясним, на какую секундочку лучше открывать мегаконты. Давайте максимально резко. Вдруг реально сработает. Так. 1200 золота. Ну, пока что так себе. Давайте еще разок резко. Вдруг это один раз, раз на раз не приходится, типа. Не, ребят, не. Давайте на вторую. Раз. Не, давайте на первую, то есть на первую. Это было резко, теперь на первую. Два раза. Неплохо! На первую секундочку танк. Раз. Погнали еще разок. Вот это, конечно, удивили, меня удивили. Мистик, 1000 золота, давайте еще разок. Раз. О, кстати, то, что мистик выпал, это круто. Я просто думал как раз-таки, выпадает ли мистик с мега или нет. 1100 золота, ну, по крайней мере, больше ресурсов. Давайте на первую секундочку пока открывать. Так, 1000 золота, все, лимит исчерпан. Раз. Погнали последний раз на первую секунду, а потом на вторую попробуем. Так, 1100, понял. Раз. Два. На вторую секундочку у нас упадает 2100 золота, ребята. Это компенсация с 1000 золота пришла. Раз. Два. Погнали. Так, еще два раза. Вот это еще один на вторую секундочку. Мистик выпал неплохо. Давайте еще разок. Раз. Два. Погнали.
Все у нас упадает. А ну-ка, давай. Ну, неплохо, как бы, неплохо. Давайте вообще посмотрим шансы на выпадение золота с мегаконта. Потому что я хочу выбить максимальную наградку. Так, ладно. Ого, 4%, ребят, на контейнер. Это хорошо. Так, золото. Значит, шансы 0,01 на золото куча, да? Ладно, хотя бы нам, что там, хотя бы 2000, да? А, короче, шансы, если честно, такие себе. Ладно, мы все равно будем пробовать. Погнали. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 1300 золота, хорошо. Раз, два. Почему на вторую секундочку будут падать, ребят, часто контейнеры? Потому что шанс 4%. Но мы сейчас откроем на третью секундочку. Давай, проверим. Ух ты, о, смотри, все. Отлично. Раз, два, три. На третью секунду у нас выпадает 1400 золота, ну неплохо. Фух. Так, 1000 золота. В общем, лютая минималочка выпала. Ну что ж, будем надеяться на лучшее. 1200 золота. Давай, выпадай. Ого, серьезно, 3 бутангара. И последняя награда, ребята, гарантированная сейчас будет. Очень прикольно будет. Так, капец, тут дней прямо попадало, мамочки мои. Ага, еще танк. Я случайно вышел в ангар, друзья. Так что вот так вот. Так, ну что ж. Мегаконт, на тебе! 2000 золота! А, это точно. То есть минималочка выпала, жалко. Ну что ж, собери их все. Погнали! Сорямба за погнали, да, ребят? Некоторым это надоедает, но не переживайте. Так, огромный сюрпризик. Объект этот 7, СУС 30 ПМ. Угу. На тебе! Понял. 500 золота. 1000 золота. 750 золота. А теперь самое интересное. Черный ящик. Все. 25 мистиков. 25. Где бы мы такое еще достали? Раз. Два. Три. Чтобы вы понимали, нужно открывать мистики всегда на третью секундочку без задержки. У меня, по крайней мере, так часто падали мистики второго и третьего уровня. Раз. Два. Три. Вот так вот. Давай. Ребят, работает. Третьего уровня сразу. Раз. Два. Три. Я всегда так делал, у меня реально работало что раньше, что сейчас. Сертификат. Нормально. Раз, два, три. Так, давай. Ребята, это реально работает сертификат два подряд, чё за... Раз, два, три. Я разработал правильное выпадение, более-менее. Раз, два, три. Слава богу, ребят, за все. Слава богу. А вам желаю приятного аппетита, всего лучшего. Иногда падает такое. Раз, два, три. Так, давай. Ну что ж. Раз, два, три. Иногда я тороплюсь, ребята. Бывает. Но сейчас выпадают хоть какие-то награды. Раз, два, три. У нас есть два ключика, которые мы используем, скорее всего, для розыгрыша. Так, ладно. Раз, два, три. Ух ты, залагало. Неужели сертификат? Мистик второго уровня. Отлично. А, это грантом, я понял. Раз, два, три. И у нас упадает... Раз, два, три. Давай, выпадай. Да, сертификат. Раз, два, три. Да, это реально работает, друзья. Просто обалденно работает. 100 золота. Раз, два, три. Ну, давай. Хочется что-то невероятное. 200 золота. Раз, два, три. Ух ты, мистик второго уровня. Отлично, бесплатно. Раз, два, три. Когда мистики только вышли на лесте, ребят, для меня это было что-то типа, ну блин, это капец как круто. Раз, два, три. Потому что когда выпадает просто с второго и третьего уровня сразу, бесплатно, с мистик второго уровня, нормально? Раз, два, три. Это просто что-то с чем-то. Неплохо. Раз, два, три. Так что запоминайте, ребят, вот так вот считайте и всегда. Реально падает лучше намного, в основном. Раз, два, три.
Вот сейчас просто зацените, ребят, зацените. Да, мистик второго уровня. А, ну это гарантированно. Раз, два, три. Все равно чаще падают мистики. Самое главное, чтобы мистики, сами мистики падают чаще, понимаете? Раз, два, три. Так, давай, давай, давай. О, бывает открутка перед подкруткой. Раз, два, три. У нас уже сертификатов прилично, друзья. Прилично, мистик второго уровня, класс. Раз, два, три. Вот тебе и третья секундочка без задержки, друзья. Это просто что-то с чем-то. Как думаете, реально работает или я просто так придумываю? Раз, два, три. Я просто, понимаете, очень много их открыл, и реально понимаю, что это лучшее, что можно вот на какую секундочку можно будет лучше открывать, а на третью. Раз, два, три. Мистик второго уровня, и у нас выпадает 500 золота, 25 тысяч свободки. Раз, два, три. Что сейчас будет? 2000 золота. Раз, два, три. Я ничего не знаю, я ничего не знаю. Подглядываю, подглядываю. Подкрутка. Где ты? Раз, два, три. Ой-ой-ой, залагала люто. Неужели много наград? Понимаю. Давайте максимально резко. Вдруг выпадет что-то невероятное. Видимо, ребята, всю подкрутку мы оставили в этот мистический контейнер. Готовы? Сначала откроем сертификаты. Ис-3 защитник, Т26Е5 и Type-C9. Да ладно, чисто восьмерки. Неплохо. Ну, хотелось бы коллекционки десятки, ну ладно. Раз, два, три. Погнали, мистик третьего уровня, ребята! 30 дней према. В итоге, танкисты, у нас 59 тысяч золота. Обалдеть. И вот такие вот прем-танки. Готовы? Ребят, чуть не забыл. Давайте розыгрыш покрутим. Готовы? Погнали. Чё за? Мистик третьего уровня сразу. Это чё было только что? Капец, везение. Ладно. 500 золота. Ребят, что это было просто? Открываем мистик третьего уровня. Так. Блин, сертификат. Я уже испугался, успел. Хелсинг. Ну, блинчики, неплохо. Вот как-то так вот. А теперь загадаем танчик, который вы, возможно, не отгадаете. Этот танк будет из дерева танковой Германия из семерочек. Я думаю, что, ребята, СТ имели. Просто СТ... Что я сделал? Все, заново. Так, этот танк будет 7 уровня. Я сейчас загадаю, что я чуть не спалился. Так, ладно. Значит, этот танк гоняет средний с плюсом, у него боеукладочка очень легко подрывается в бортах, и, конечно же, с одного шота ее можно подрывать, и фугасом тоже можно на 152 вообще прошить. Возможно, иногда ваншотнуть. Так, что бы еще такое сказать? Есть у него броня во лбу. Хоть какая-то, но она есть. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Я вам желаю счастья, здоровья, всего лучшего! И обязательно покупайте у Челика наборчики. Он не обманет, я тоже не обману. Это лучше, чем где-то найти такую же схему, и вы такие, класс, купили. А тебе ничего не дали. Это обидно, ребята, когда вас кидают. Но мы не кинем. Всего лучшего и покида.